Опа, есть, хороший. Это самый большой, ребят. Смотрите, что творится. Смотрите, удочка в дугу. Ё-моё. Я грибу. Грибал, короче, помню. Угу. А сейчас вот это мало, и сейчас тут и по нас берем будем. Хороший. Карась. Хороший карась. Ты достань его. Вот такой вот карасик, ребята. Значит, рассказываю картину. Пришли мы на водоемчик, карасика отпускаю. Встретили местных рыбаков, ловят на их черный, на такой хлеб с чесноком. И главное, говорит, не корми. Говорит, пока прикормишь, таранина летит, разные мелочи. Говорит, просто забрасываешь под камышек и дело будет. Вот давайте посмотрим, что с этого будет. Ребятушки, ловлю на интересную снасть. Полуспиннинг, полудонка. Полу 100. Смотрите, какая красота. Карасик. Хлеб с чесночком на небольшой крючочек. Раз. Оп. Забрасываю как спиннинг. Карасик. Ребята, я офигею. Вот это рыбалка. Гляньте, какая красота. Раз. Карасямбик. У нас сегодня спорт, рыбалочка. За 5 минут уже, ну, такой хорошенький. Раз. Иди, радуй других. Кстати, немножко самой удочки. Вот здесь сантиметров, наверное, до 50. Складывается, купил вообще в дешевом таком, знаете, бытовом магазине, где посуда, все дела. Удочка очень легкая, грамм, наверное, 50. Тут даже место, типа, можно как брелок ее делать. Поставил катушечку тоже дешевенькую, там, за а-ля $10. Вот. И она очень классно играющая, плюс она полуудочка, полуфидер. Видите, такой кюртипчик, можно фидерочек ставить. Но тест всего до 15 грамм, то есть сильно что-то большое поставить сюда нельзя будет. Но вот видео такой полуудочки, полудоночки, супер. Посмотрим, как она будет вываживать сейчас крупняк. А нет такой глубины? Вывели. Опа, есть, хороший. Это самый большой, ребят. Смотрите, что творится. Смотрите, удочка в дугу. Ё-моё. Я грибу. Ребят. Я в шоке. Я в шоке. Это грамм 200-250. Опа. Вот это да. Это да. Ребятушки, с благодарностью отпускаю. Обычный бесплатный водоем. Просто вот это не зарыбленный, ничего. Вот так повезло, клюет рыба. Одно удовольствие ловить. Смотрите, как кюртипчик гнется. Даже не крупный карасик. Ладошка. Наша сразу. О, ах ты ж, ты куда? Ты куда? Партизан такой, чернявый. Раз. Что-то там сопротивлялся еще. Это же наш. Ребята. Гляньте, какой карапуз сидят. Гляньте, какой. По глубине. Вот такой вот красавчик. Повел, так смотрю, не по плотвинам. Моя ладошка в аккурат. Хорош. У нас сегодня была творительная рыбалка. На этой красивой ноте будем заканчивать. Это абсолютно бесплатный водоем, поэтому вдвойне приятно делать. Вот так вот.